Всем привет! Давайте сегодня приготовим вкусняшку. Для этого нам надо 2 филешки, 2 луковицы, грибочки, сыр, сливки, картофанчик, соль, перец, специи и маслечко. Точно. Для того, чтобы нам смазать противень и на сковородочку. И в первую очередь мы включаем духовку, чтобы она разогрелась. И режем наши грибочки и лучок. Отправляем на сковородку кусочек сливочного масла и наш лук. К луку добавляем вот так вот нарезанные грибочки и обжариваем до готовности. Вот наши грибочки с луком уже ужарились немножко. Мы их солим, перчим и добавляем сливок. Сливок мы уже вырезали. И тушим. Ну что ж, и теперь собираем нашу конструкцию. В первую очередь мы выкладываем картошечку вот таким вот способом. Как там делают видео? Ха, мокрой рукой это прям, о, прикольно делать. Прям магия. Теперь мы эту картошечку солим. Я, если честно, солю как-нибудь. Объясню почему. Потому что это все еще будет заливаться сливками. И добавляем сюда курицу. Так, можно снимать одной рукой. Курицу мы раскладываем. Так. Как-то так. Дальше. Ее мы солим, перчим, добавляем специи. Я, если честно, люблю прованские травы, поэтому я буду сыпать прованскими травами. И добавляем сюда наши грибочки с луком. Добавили мы наши грибочки, и теперь это все обильненько посыпаем сыром. Сыр, если честно, может быть любой. Отправляем эту всю прелесть в духовку. Да, забыла сказать. Предварительно мы еще немножко поливаем сливками. Вот такая красота получилась. Даем немножко постоять, подостыть. Ну, даже не остыть, а вот чтобы вот это вот бульканье успокоилось. И кушаем. Приятного аппетита!